Я обещаю, я тебя возьму за шкирку и убью. Ты не сможешь этого сделать никогда. Тихо, уйдите оттуда. Дима! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Скромник, Чебузаврик, Радекс, Куёка, Кокоас, пацанчики, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Всем приятного аппетита. Написали в комментариях, чтобы мы сняли рубрику, которая не была на канале очень давно, аниматроники гоняются за нами. Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита, погнали. Так, ну что, начинаем убегать, для начала филетовый челик. А в конце, кто останется один, сможет использовать пригвождатель и разные оружки. Поэтому вот, смотрите ролик до конца, в конце будет мясо. И самое интересное. Так, ну что, пока мы постоим здесь вот так за углом и посмотрим, как он гоняется. Так, бежит, бежит, бежит. Ну, такое. Надо подловить. Ты сможешь, я в тебе верю. Так, забегаем вовнутрь, давайте немножко внутри с ним погоняемся. Хороший же человек, веселый. Вообще. Веселун просто. Жизнерадостный. Блин, ну так я подловлюсь сам себя еще. Пацаны, давайте все вовнутрь. Кто не сыт? Родео. Так. Привет, Родео. Давай, давай, заходи, заходи к нам сюда. Между столами поубегаю. Ну, видите, сегодня филетовый человек не такой уж и сильный, как казалось. Дима, главное сложно. Поймать одного. А мы будем чисто внутри, мы не будем на улицу убегать. Давайте. Выживание в пиццерии. По-любому подловишь кого-то. Смотри, насколько здесь много. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и поугарать. И просто Тима, пообщаться. Тима, за тобой только гонится. Ну, он сейчас поймает же кого-то, надеюсь. Нет, на это для меня Дим. Ладно, я на улицу. Может, нет, на улицу нельзя, давай нам внутри выживать. А где столы? А они пропадают, видишь? Я ты видел? О, так они живые, что... Ой, живые столы, говорю. Они шевелятся, что ли? Раньше ж вроде не шевелились. Я не знаю, я их могу... Я когда бью, они отталкиваются. А, так может ты их ножом, когда чикаешь, они пропадают? А ну чикни стол один. Нет. О, офигеть, так ты двигаешь столы. Эй, псих, не порт мебель новую. Дим, я ее в аренду брал, поэтому могу ломать. А, у нас же все в аренду, ребята, я же забыл, да, все как всегда. Привет. Привет. Дима, скажи. Привет. Дима. Ну, блин, это сложно, да? Очень. Опа. Ну, хочешь, давай этот, Wizard Candy бери. Wizard. Давай, давай, да. Все-таки сейчас убьешь ты нас. Кто выйдет на улицу, тот лох. Вот говно. Да ладно. Так сейчас так быстро тогда будет. Может, давай тогда фиолетовым челиком лучше? Мы сейчас все поумираем. Я иду на улицу, я манал. Да отвали, отвали. Так, давай. Я буду их подлавливать. Ты псих. Я боюсь тебя, я его боюсь. Хорошо, что мы добавили этот отображение жизни. Я вижу, сколько у него жизни. Да меня скупернул. А, да? Как я выжил, еще б чуть-чуть, представляете? Нет, не попал. Стекло ломать нельзя. Один, только... мы я могу стекло только ломать. Я ломал. Нас уже трое. Да? Ого, вот, ребята, это жестко. Я боюсь. Я иду вовнутрь. От, блин, калитка закрылась. Я буду бежать и стекла бить. На. Я крушитель стекол. Ого, их сколько за мной гонится. Я буду бить все равно, пока вы меня не убьете. Псих-стекольщик. Офигенно, так громко бьется стекла, мне нравится. Так, тут уже я все разбил. Ах ты говно. Так, ребята. Бежим. Отлично. Мужики, давайте его слева.
Так, кто остался? Может, когда один останется, все-таки перегвождатель будем использовать? Я остался. И я остался. И я остался. Вы что, дураки, что ли? Че друг друга лупите? А вы где? Дима, можем пригвождать. А, у него говно по трубам. Попал, ребята, ну что? Один пригвожденный, иди сюда, я буду к тебе идти. Ой, жизни у меня что-то много. А ну чики меня разочек. Еще разок. Дим, а что у тебя свет? А я не знаю почему, еще раз. И еще раз. Отвали, ты хочешь переусердствовать, все, до свидания. Так, ну что, будем просто бежать. Пригвождатель пока использовать не буду, потому что я еще не один последний выживший. Отлично. Дима, это тебе надо стекла бьет. Мне не жалко, мы их на прокат взяли пиццерию, можем стекла бить. А где бы нам штраф платить? Какой штраф? Ну как там сломали имущество? Кокос, у тебя скин маленький, тебе невозможно попасть. Можно. Нельзя маленький скин, только большие. Не, мы все использовали маленькие скины. Нет, нельзя буду попасть. Офигеть, все разбил. Дим, теперь ты умрешь. Нет, я не умру, я останусь жить. Я возьму тебя за шкирку и зашкверну в окно. Ты не имеешь права этого делать. Имею, держи. Нет, отвали, пожалуйста, я хочу жить. Ну, пожалуйста. Хорошо живу, мне нравится, как я выживаю. Обходим. Одним прыжком, ребята, я уже в пиццерии. Псих? Гони за ним. Ага. Туалет и побежал. Значит, меня да? Скин как мус. Блин, ты еще чуть-чуть. Вы видели, как это было близко? Ух, слава богу, меня никто не увидел. Ну что, пацаны, я отдыхаю. Я так устал бегать, я немножко передохну от вас. Вы же психи. Конченые. Представьте, сколько бегать здесь аниматроников, я один сижу здесь в уголку. Я бы не хотел в реальной жизни так оказаться. Давайте, идите сюда. Я нахожу за то, что ты тут. Ёка, где? Конченый стол. Один на улице. Ну, стол конченый. Все на улице? Ну, кокос на улице. Нычка шикарнейшая, ребята. Нычка бомба. Дим, я зол, я тебя найду. Ты не найдешь меня? Слышал? О, какой здорово. Я же тут насеял столько этих пригвождателей. Ладно, выходим. Они меня так никогда не найдут. А ты еще в женском притворе тебя прячешь? Это кто там этот самый вынес на улицу? Стол. Щелочка. Кёка, ты стол на улицу вытащил? Кёка, помоги, этот банихопер маленький. Ну что, я один остался? Нет, еще я жив. Я тоже. И кокос еще жив. О, ребята, чувствую, будет веселье. Может, тогда всех вот возьмете Скэндис уже? Любого Скэндис. Пацаны, понял. ГГ вам. Надо валить. Молите прощение. Дим, бери слово назад, пока не поздно. Ой. Есть? Я своего же убил. Он был с маленького пингвинчика, и он умер как дни-герой. Кёка, тебе нормально за пингвинчика малюсенького играть? Который не убивает. Не, он, по-моему, там по 10 хп сносит. Это жесть, как страшно. Ребята, это очень страшно. Ну что, я сижу, выживаю. Очень долго выживаю, дольше всех, наверное. О, еще один. Нет, я нашел скример. Да? Понял. Я бегал. Ну это считается, это считается. Так я этот, я так аниматроник, я был сам первым. А, да? Да. Я проверял, видишь, что же заметил? Это что, я аниматроник? Перекличка, кто живой? Я. Трое на трое, вы не можете убить уже аниматрониками мощными? Да они маленькие все.
Так Five Nights этот Wizard Candy и там же Rat Cat, вот этих можете всех брать, они же мочат. Так, тихо, Дим, не пали, я его взял. Хотел вас найти просто ему. Пацаны вот позашкеривались. Я нашел уха. Нашел? Да, сейчас убью. Отлично. Да. Спрыгнул? Да. Блин, надеюсь, меня не найдут. Прикольно, если они меня не найдут. Слышу, приближается кто-то. Кто-то приближается. Ага. Я тут нет. Блин, офигенная нычка, ребята. На самом видном месте сидишь, и никто тебя никогда не найдет. Ты где? Вы не можете найти реально? Хотите, я сдамся? Нет. Нет. Нет, Дима. Мне интересно. Я внутри в пиццерии, на первом этаже. Максимальная подсказка. Серьезно, увидишь на ролике, офигеешь, где я сижу. Дим, ты я тебя убью тогда. Давай, я давай, отвечаю. Находи, я в тебя верю. Я отвечаю, на самом видном месте мы его просто не видим. Мы просто... А. Я увидел камеру, подумал, Дима, я на текстурку залез. Так, слышу, кто-то приближается. Есть. Ну давайте. О, еще одного. Я один остался? Нет. Радекс. Блин, еще Радекс. Давайте Радекса мочите, я один остался. Лучший выживальщик в этой серии. Самый мощный. Я обещаю, я тебя возьму на шкирку и убью. Ты не сможешь этого сделать никогда. Тихо, уйдите оттуда. Дима! А давай, ты не слышишь. Ребята, ну что, это было эпично. А ты меня сразу не увидел, когда зашел в комнату? Дим, нет. Понимаешь, я за окном прибежал, вижу и говорю, уйдите оттуда, а он не пришел. Ай, куёка. Только все их убивали. Так, сейчас мы... Адим, надеюсь, этот мод работает. А нет, этого мода нет у нас уже. А, есть. А, уже все. Кто еще остался? Я. Уже, Дим. Ах, ты говно. Ребят, ну я один остался, вас много. Нет, есть. А, Шарадекс. Еще... А, извини, я уже пригвождаю тут всех. Блин, да нафига я выходил тогда? Ё-моё. Так, быстро, не ходи за мной так быстро, я тебя боюсь. Так, отлично. Ну, пока весь бы не хопим. Я тебе обломаю все планы. Отлично, ребята, смотрите, как легко можно выживать. Вот зараза, я сидел в одном месте, и потом чисто... Ай, ёлка-лабака-лакана! Всё, я последний, получается? Ё-моё, да? Обосраться можно! Зачем ты так пугаешь, блин? Диме, что страшно, не столь? Так, ну что, давайте, кого я еще должен убить? Радекса. Дастрекс, иди сюда. Вот может, он у меня. Радекс может использовать любое оружие. Админский пистолет. Кроме админского на пистолета, улице, извини. Пушки на улице. Вижу, вот он. Дима! Я не хотел, извини. Обстоятельства. Тебе придется умереть. Ах ты, подлец. Хорош, пригвоздил. И никогда не двигаться, придется ждать, пока сойдут эти пригвождачки. Бью. Мочи его. Всех пригвоздил, да, пацаны? Слушай, вроде бы, да. Помогу тебе, брат. Отлично. А, ну зато я в твоей сидел. Иди сюда, my friends. Брат, помогу тебе. Хочешь, где помочь? Где он? Не надо, нет, сейчас выберусь. Брат, прости. Он около входа. Хорошо. Нет тебе прощения, куёка. Кокос, я тебе помогу. Так. Мужики, может помочь? Ну бабка Гренни! Ну это же бабка Гренни! Дим, можно и валился первому аниматронику? Ну блин, а! Я хотел за бабку Гренни стать невидимым и замочить тебя, представляешь, какой я подлец? Хитрюга. Ты говно! Вы сами дурак, что ли? Да хорош, да я убью кого-то. Ура! Так, почему я не могу ставать невидимой? А ты достал, Радекс, у тебя вообще ты маленький скинь, тебе нереально убить, меняй. Нет, можно. Нет, нельзя. Можно, он же последний выживший, поэтому он самый лучший игрок. Дим, можно эволюцию, пожалуйста, я устал. Да, давайте. Я убивать не могу, я подхожу, убить не могу, даже не могу. Вы его видите?
О, Дим, можно вырваться, да, ты разрешил? Да, да, да. Иди сюда, мой пупсик. Я его не вижу. Нет. Вы его видите? Я тебя найду, my friends. Мужики, а чего он тут бегает? Может, внутрь зайдем? А может, он, а вы думаете, он внутри? Бью! Стой! Он спрыгнул вниз! Вниз спрыгнул! Ты че так пугаешь, Восток? Убили? Нет, еще он, нет. Он не спрыгнул. Я вижу его. Он около машин. Есть! Дима, хорош! Блин, я так хотел его замочить. Это по-крестьянски был. А, я согласен, но я считаю, что ты лучший игрок, и надо было как-то заканчивать этот ролик. Поэтому, если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и посмотрите мои ролики еще.